Депутат, являясь председателем колхоза «Россия», дал указание своему сотруднику заключить договор купли-продажи автомобиля Toyota Land Cruiser. В договоре следовало указать цену автомобиля 200 тысяч рублей. На самом деле была договоренность с покупателем о продаже автомобиля за 1 миллион 200 тысяч. Подозреваемый предполагал использовать полученные от продажи автомобиля деньги для нужд предприятия, учредителем которого он являлся. Это общество «Кардаиловское». Договор купли-продажи был заключен. В договоре была указана сумма продажи автомобиля 200 тысяч рублей. Фактически депутат получил на руки 1 200 000 рублей. 200 тысяч он внес в кассу бухгалтерии колхоза «Россия», а 1 миллион использовал для нужд предприятия, учредителем которого он являлся.